Короче говоря, я бизнесмен. Это был обычный день. Я, как обычно, купил яблоко и рыбу. Рыбу я покормил свою кошку, а яблоко я взял для себя. Но я не мог его съесть, потому что у меня была полностью заполнена сытость. И я решил сделать свой собственный магазин. У меня появились золотые слитки. Я купил все необходимые предметы для моего магазина и после этого заплатил своими сбережениями. Ко мне подошел первый посетитель и попросил у меня морковь. Я ему дал его морковь. Потом ко мне подошел второй посетитель, и он попросил у меня торт. Я и дал ему этот торт. После чего он мне дал 4 золотых слитка. Я был очень обрадован. Я купил себе дом и компьютер и начал в него играть. После чего меня телепортировали в железную коробку, там, где был торт. И я начал есть этот торт. После чего я очутился у себя в магазине, там, где все предметы были куплены. У меня было 9 стака золотых слитков. Короче говоря, я бизнесмен.